приятное такое волнение, ожидание спектакля, потому что мы долго готовились, мы взяли сложные вещи. И каждый выход на сцену Мариинского театра, безусловно, это особый экзамен. Это не все заслуживают, так скажем. И мы понимаем, что мы должны соответствовать именно уровню Мариинской сцены. Вот поэтому и дети очень волнуются. Ну, для них это, конечно, огромный праздник, выступление в таком театре. Вот. Но для меня, конечно, ответственность, потому что если все будет хорошо, про меня никто не вспомнит, а если плохо, то попадет мне. Я персонально никогда никого не отмечаю, потому что, да, есть студенты более как бы способные или студенты, у которых, может быть, в перспективе сложится очень хорошая карьера. Но в школе они все студенты. И во время всего времени обучения им дается, в общем, всем равные шансы. Но они прекрасно знают, что у нас как бы все на конкурсной основе. То есть, если мы готовим какой-то спектакль, то готовится несколько человек, проходят лучшие. Если кто-то не проходит, значит, надо тщательнее работать. Я бы не хотела выделять, я специально никого не выделяю из выпускников. Когда смотришь и волнуешься за детей, я и устаю больше. И, ну, как бы это усталость неоправданная, так скажем, потому что когда на сцене танцовщик выкладывается, и где-то в конце выступления даже, ну, чувствует, что у него сил больше нет, но это приятная, знаете, усталость такая. А здесь как бы физически же не выкладываешься, это все время напряжение внутреннее такое, потому что мне, конечно, очень хочется, чтобы они показали, ну, лучший свой результат. Но в то же время я понимаю, что все равно это дети еще. Я от них очень многого хочу. Я, в общем, где-то планку стараюсь высоко поднимать. Я очень многого хочу сразу. Такая жизнь, им это нужно будет потом на будущее. Мне хочется, чтобы они как бы лучший свой вариант показали зрителям.